Смотрите, схема простая. Я говорю гип-гип, а вы говорите хрю-хрю. Так мы говорим три раза. И если мы говорим достаточно активно и достаточно громко, тогда символ обязательно появится. Готовы, друзья? Готовы! И поехали. Гип-гип! Хрю-хрю! Гип-гип! Хрю-хрю! Гип-гип! Хрю-хрю! И что? А нет, а вот... Все правильно! Привет, ребята! Привет! Ждали меня? Не слышу! Ждали меня? Молодцы! Как настроение? Как начался Новый год? Желаю вам большого дохода и вечно беременного кошелька! И давайте все вместе, вместе с символом Нового года еще раз. Гип-гип! Хрю-хрю! Гип-гип! Хрю-хрю! Гип-гип! Хрю-хрю! Пусть все будет хорошо в новом 2019 году. Друзья, для вас вновь поет на этой сцене вокальный ансамбль «Сопрано». Встречаем аплодисментами! Очень хорошо!